Здравствуйте, уважаемые зрители! Революция, которую мы столько времени ожидали, случилась. Ну и больше я не могу на эту тему. Так что возвращаемся к человеческому языку, не связанному со всякими кровавыми маньяками международного уровня. Сегодня будем делать из вот этого, вот это. Арка. Калибра 7,62×39. Фурнитура. Будем делать из нее что-то приемлемое. И об этом сегодняшнее видео. Ну, разборка очень простая, как вы наверняка все уже давно знаете. Я даже уже решил не показывать практически всего. Смысла никакого нету. Снял винт, снял цевил. Сейчас буду сравнивать их по весу с тем, на что собираюсь заменить. Осталось снять, соответственно, приклад. И важно, конечно, не потерять пружинку, которая идет к арке. Всякие пакетики нам уже больше не нужны. Кстати, очень полезная вещь во время разборки. Магнитная такая плошка. Я намагниченными инструментами не пользуюсь. Эти не магнитятся. На всякий случай. Потому что иногда используются электроникой. То есть вот рукоятка, которую будем сравнивать. Ну и осталось снять сам приклад. Показывать смысла никакого нету. Лучше покажу пустую арку потом. Ну, в общем, все разобрано. Вот, ну, фурнитура, соответственно. Вот как эта арка выглядит в таком режиме. Видите, это 7,62×39. Видите, интересно, что ствол здесь с вырезом. И вот такой вот получается вариант. Вот ничего на ней сейчас нету. Так что арку мы сейчас отложим. Давайте посмотрим на разнообразные компоненты фурнитуры. Как вы знаете, у нас есть много чего. И просто посмотрим, сравним. Стандартное то, что пришло от достаточно неплохой фирмы. Все-таки Window Weaponry — это реально потомок настоящего бушмастера. Смотрите, у них даже приклад свой собственный. То есть вот их приклад. Весит 200 грамм примерно. Вот приклад B5. Это не SOPMOD, но это вот близкая версия. 260 грамм. 262. На 60 грамм больше. Давайте будем записывать, наверное, вот эту вот разницу. И, соответственно, я пользуюсь до сих пор этим планшетиком, который можно стирать, чтобы он был используем. Так, приклад. Приклад. Здесь стандарт. У меня плохо с надписью по-русски. Вперед лезет английский, честно вам скажу. То есть стандарт, и здесь будет B5. Это Windows Weaponry, соответственно. 200 грамм, 262 грамма приклада. Не знаю, читабельно, не читабельно, но чем могу помочь. Пистолетная рукоятка. И приходится задуматься, чтобы писать по-русски. И цевью. Давайте посмотрим, что у нас дальше идет. Дальше у нас не идет, дальше у нас летит карандаш. Так, ну для начала смотрим на, наверное, не по очереди, цевьё. Видите, стандартное цевьё, причем интересно сделано, что здесь два уровня металла. Видите, как интересно они сделали на Windows Weaponry. Вот так вот складывается, причем с обеих сторон. На B5 у меня такого нету, поэтому, кстати, может возникнуть потом проблемы, может быть, а может быть и нет. Здесь, видите, цевьё вот такое, ну, во-первых, кеймод или ничего. Во-вторых, вот это вот цевьё, оно гораздо более узкое, как вы, наверное, уже успели заметить. Гораздо более узкое. Давайте посмотрим, что чего весит. Ну, давайте по отдельности положим оригинальное цевьё.
Оригинальный CVO весит 163 грамма. С такими двойными полосками металла, наверное, все-таки от тепла. А CVO... Замри. CVO, соответственно, B5. Слушайте, забыл вторую камеру включить, извиняюсь. Забыл, бывает. 112 грамм. То есть чуть-чуть полегче, но, соответственно, и металла здесь тоже меньше. Посмотрим, насколько это будет нормально, потому что все-таки калибр больше, чем 5,56. И нагревает, скорее всего, ствол газотрубку побольше. Так, мы, наверное, измерим вес рукояток без винтов, потому что смысл винты сравнивать никакого нету. Они заменяемые. Так, стандартная рукоятка. 70 грамм. И такая стоит, не знаю, сколько стоит уже. А вот по весу 67 грамм. Вот так вот. Просто ради информации. Вот что у меня получилось. Складывать не хочу, потому что смысла никакого в этом не вижу. Это не сравнение все-таки видео, а видео... Чисто установка фурнитуры. Ну вот, получается, если убрать весы, которые нам больше, надеюсь, не пригодятся в данном видео. Сейчас сделаю так, чтобы там все, что упало. Вот, сравнение рукояток. Как вы видите, совершенно другая геометрия. Совершенно другие материалы. Интересно то, что, например, на стандартной рукоятке одно отверстие. На B5 две. То есть совместимость может быть с разными системами. Я подозреваю. Приклады, вот они, ну, здесь, конечно, настолько большая разница, что даже смешно смотреть. Резиновая, здесь поддержка, более удобная геометрия и стандартный приклад. Тоже вполне рабочая вещь, но, конечно, меньше. Здесь удобно то, что здесь есть уже отверстие под быстросъемную систему для ремня. Эх, что только в голову не лезет. Когда об одном думаю, о другом говорю. Ну и CVO. Интересно, что здесь есть уже упор. Под пальцы. Это, конечно, Keymod. Не MLOK, но здесь вообще ничего нету. Как, в принципе, и ожидалось. Это чисто стандарт. Давайте сейчас поставлю на винтовку и покажу, что получится. Ну, пока отключусь, наверное, пока установку фурнитуры, я думаю, мало кому интересно. Плюс неудобно просто в камеру с этим залезать, честно вам скажу. Ну, мы сравнительно недавно видели, конечно, как это все выглядит. Ну вот, CVO, видите, какое оно узкое. Вот рукоятка. Ну и, соответственно, вот приклад. Искренне советую всем, кто собирается что-то такое делать, проверять, какого типа у вас трубка буферная, чтобы не попасть в просяк, как я, при попытке поставить эх, классический военного класса приклад на коммерческую трубку. Их два класса. Ну, я пока держал затвор и трубку снаружи. Вот они. Как вы понимаете, здесь довольно-таки интересно все сделано. Специально под калибр 7,62 на 39. Как-нибудь сравню, наверное, позже с версией под 5,56. Ну а пока просто соберу все обратно, чтобы можно было убрать все. Так, что у нас тут творится? Все очень просто, довольно-таки качественно. Посмотрим, чего получится из этой винтовки. Что здесь не хватает? Я вынул на данный момент возвратную пружину, поэтому
Реально говоря, наверное, не стоило этим делать, но я буду снимать. Это все еще коммерческая трубка, поэтому я все еще буду это переделывать. Вот такой здесь буфер стоял и будет стоять, и вот пружина. Потому что приклад у меня сейчас стоит на коммерческом режиме, и я жду, пока приедет трубка нормальная. Как говорится, давайте я за вас сделаю ошибки. Буду знать, как не делать это вечером, когда уже практически ничего не вижу. Видите, старость не радость, глаза уже летят, к сожалению. Так что, может быть, действительно придется скоро очки приобретать. Не хочу. Но не все от меня зависит. Ну так вот, вот такой вот получился карабинчик. Как я и заранее говорил, он у меня предназначен будет для охоты на диких свиней, если получится. Он очень легкий, очень простенький, калибр 7,62 на 39, в режиме, в варианте R15, конечно. Так что, все будет хорошо. Та-дам! До следующего видео!